Приехал 186 человек,
44 регионов страны. Как впоследствии оказалось, он был финансово убыточный. Затрат на проведение его было выше. Но организатор при соревновании главного жюри Николай Петрович 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 сказал, что все, что выше разработало, я покрываю это свыше. Членский взнос в 2014 году было собрано 73 600 рублей. Также в 2014 году наша федерация, наша команда мужчин победила команду Берлина и Бюра. Выиграл 1700 долларов США. На тот момент представлял 73 600 рублей. Правильно дополнительного оформления восходит 5 человек. Это везде по 10 тысяч федераций. Того в армии подход федерации составит 185 тысяч рублей. Дальше должны соревнования России в сборной Чехов. Соревнования тоже были сложными. Участие было типичных 10 человек. Если соревнования закончились минусом федерации, там 3600 рублей. Средства были эти средства были взяты в виде дохода федерации. Дальше. Расход федерации в 2014 году. Были изготовлены знаки установления мирового рекорда. Сегодня будет получать такие. Было изготовлено 200 медалей, а сумма 52 тысячи рублей. Были изготовлены знаки клуб 400. Сегодня будем вручать знаки, которые вручают, а сумму 45 тысяч рублей. Были изготовлены знаки лучший спортсмен года. Было изготовлено 10 знаков на общую сумму 43 тысячи рублей. Знаки сложные из нескольких штампов. Также был расход для составления номинации лучший спортсмен года. Были медали изготовлены, не изготовлены, закуплены на сумму 1700 рублей. И была такая же, как статья расхода в 2014 году. Федерация взяла для себя ответственность, расчетные средства, внесенными спортсменами на изготовление родной республики. Так и Константин Шевкипов получил 10 тысяч рублей. Он вообще 20 тысяч рублей давал на 10 тысяч рублей. Так. Общий баланс между доходом и расходом составил плюсовой 12 023 рубля. Перешло на 2015 год. Членские взносы в 2015 году составили на сумму 79 200 рублей. Количество участников на чемпионате России в городе Струнино было уже 226 человек. Пошла положительная динамика увеличения количества участников соревнований. Пошли положительные отзывы о проведении соревнований. Вот. И соревнования чемпионат России добавили в бюджет федерации 6,5 тысяч рублей. Как вы знаете, по положению нашей федерации соревнования проходят на стартовый взнос, взносы, потом вычитается сумма расходов, которая была потрачена на эти соревнования. И вот эта сумма, если она плюсовая,
делится пополам между организатором соревнований и федерацией. То есть плюсовая сумма после чемпионата России была 13 тысяч рублей, 6500 рублей оставил организатор, теперь 6500 он передал на развитие федерации. Кубок России по гульбе. На Кубке России по гульбе был 151 человек. Дальше он был, внес положительный баланс по расходам и доходам. Доход составил 14 600 рублей, 7300, то есть половина этого было организатором передано на развитие федерации. Правило дополнительной возможности воспользоваться один человек. Внес 200 евро. Суммарно в 2015 году это составило 93 тысячи рублей. И 12 023 рубля оставалось 2014 года. Расходы 2015 года. Они были небольшие. Был оплачен проезд Москва-Бурга Москва Захарова Александрова, генеральный секретарь Федерации Печатного Федерации, и Москва, Архангельск Москва Бугульма, Ручева Алексея. Были и изготовлены медали, приобретены медали за лучший спортсмен года. Особо 2000 рублей. 10 медалей. Ну, вся городная атрибутика отошла 2000 рублей. Но Константин Чекифов был возвращен остаток. Возвращен за счет... Ну, вот эти деньги особо не увидел. Это стартовый взнос был уплачен на европейские игры. Ну, к сожалению, он не смог принять участие, но стартовый взнос не возвращается. Положительный баланс между доходом и расходом федерации на 2016 год составил 84 тысячи 53 рубля. Это перешло на 2016 год. В 2016 году членский взнос составили 90 тысяч 600 рублей. Правилом дополнительной возможности воспользовались спортсмены на сумму 105 тысяч рублей. Доход от Кубка России составил 18 600 рублей. Всего получилось 298 313 рублей. В 2016 году были большие расходы федерации. Было возвращено Каземову наличными 20 000 рублей. Зубу Василию Петровичу 20 тысяч рублей. Было изготовлено медали для рекорд России 500 штук на сумму 110 тысяч рублей. Были изготовлены знаки элита Федерации ветеран Желатель России. Два знака на сумму 95 тысяч рублей. Было изготовлено 4 знака зал славы Федерации ветеран Желатель России на сумму 80 тысяч рублей. Проезд президента, генерального секретаря и ведущего секретаря Москва-Бугульма Москва и Москва. Архангельск-Бугульма составил 26 152 рубля. Был оплачен домен и хостинг сайта на сумму 1970 рублей. Приобретли наградные медали лучший спортсмен года на сумму 2000 рублей. 10 спортсменов награждаются. Итого расход в 2016 году составил сумму 355 122 рубля. То есть на тот момент в федерации было минус 56 709 рублей. Деньги были мной внесены с пониманием того, что в 2017 году были внесены к тому, что нужно было реализовать проекты, которые
заложили. И чтобы был нормальный ход федерации. В 2017 году членские взносы после чемпионата России составили 77700 рублей. Правило дополнительной возможности в 2017 году расходится на сумму 130400 рублей. То есть чемпионат России в Москве также принес в федерацию сумму 21087 рублей. За вычетом долга 56809 рублей, которые остались после больших расходов 2016 года, у нас оставался, сейчас я весь расход зачитаю, в 2017 году, потому что в 2014 году мы изготовили 10 знаков на лучший спортсмен года. Они в 2017 году заканчивались только первым местом. 2014 – 3 знака, 2015 – 3 знака, 2016 – 3 знака, и один в 2016 оставался. Вот мы изготовили 30 знаков. 30 знаков изготовили. Но уже 30 знаков по сумму 42 тысячи рублей. То есть первые мы делали 10 знаков за 43 тысячи рублей. Остались все штампы и прочие там макеты. Вот, 30 знаков изготовили на сумму 42 тысячи рублей. Было изготовлено знаков клуб 4, 12 штук, на сумму 46800 рублей. Медали «Лучший спортсмен года» в этом году обошлись в сумму 2300 рублей. Также по просьбам, по письмам некоторых спортсменов у нас была введена номинация «Гранд-мастерс» Федерации ветеранов тяжелых весов России. Я чуть попозже на ней остановлюсь. Было приобретено 3 кубка на сумму 4050 рублей. В общем, расход на данный момент составил 104450 рублей. На данный момент в бюджете федерации находится 67928 рублей. Плюс наградная атрибутика на 10 лет вперед по знаку, по медали за рекорд тоже, мировой рекорд тоже там лет на 10 и меньше. Вот по всем позициям у нас как бы все изготовлено. Сразу сделаю добавление, зачем были изготовлены знаки клуб 400. 1 января 2017 года мировая федерация сделала перерасчет всех результатов, начиная с первых соревнований, вот единый коэффициент. Для тех, кто не в курсе, коэффициент Сихинг-Миллоун, который определяется мастерство спортсмена, который входит в клуб 400, оно меняется каждый олимпийский цикл. То есть спортсмены, которые в 2000 году поднимали, они считались по одному коэффициенту, их не сумма, там, в 96-м по другому, в 2005-м по третьему. В 2017 году пересчитали все, и произошли изменения. В клуб 400 попало сразу несколько россиян, которые у него не надеялись попадать. Это Николай Шанин, Стариков Олег, еще несколько человек, вот я, всего 5 человек попало. Первоначальные 15 знаков, которые изготовила федерация, уже закончились с учетом новых лауреатов этой высокой награды. Поэтому было изготовлено 12 дополнительных знаков. Сейчас осталось у нас 9 знаков и 5 мы вручаем сегодня. Кому интересно, кто еще попал в этот клуб 400, давайте после собрания. Озвучу, чтобы это люди знали. Произошел такой единственный у нас нюанс. Медведев, уважаемый у нас спортсмен из Омска,
У него было 415, но после перерасчета стало 398. Была поправка. Кто уже вводили международный клуб 400, обратно силы его оттуда не выгоняют. Мотор остается, и мы награждали знаком спортсмена. Вот, обратно он не забирается. По просьбам я зачитаю. Максимальное мастерство за всю историю среди мужчин выполнял Кузнецов Виктор, 471 балл. На втором месте его сын Кузнецов Павел, 435 баллов. Это я озвучиваю с учетом перерасчета. Кого-то было больше, не обращайте внимания, друзья, по-новому все. Куликов Егор, 434 балла. Гурлев Александр, 432. Фролов Александр, 431. Сущак Владимир, 425. Богомолов Вячеслав, 425. Амирхамов Ферзан, 423. Недвецкий Марьян, 422. Голубев Роман, 421. Сорокин Александр, 419. Лобанов Павел, 413. Мишняков Витов, 413. Браванов Андрей, 413. Никитин Артур, 412. Щекотовский Александр, 408. Каземов Альберт, 408. Черков Александр, 408. Шанин Николай, 407. Казадой Михаил, 403. Стариков Олег, 401. И Медведев Юрий, 413, перерасчет на 398. Не вручены знаки. Прованову Андрею. Сейчас его вручим, потому что его друг Юрий Семилет очень торопится в Москву. Извините, за что у нас комплекс регламент. Так, отрабатывай знак. И большой привет от всех. Щекотовский Александр, случайно, не здесь? Щекотовский. Шанин Николай, там Сидоров, Евгений Степанович, он получше. С удовольствием, надо сделать. Шанин Николай у нас один из мастер. Переходит, не надо. Стариков Олег, к сожалению, не приехал. У нас из Лысьми нет никого. Теперь. Лысьма, нет никого? Первый Лысьма там. Край, как вам внимание. Во-первых, один из самых больших. Так. Ну вот такой максимально краткий и объемный доклад по финансам. Есть вопросы по всем затратам, есть счет фактуры, счета, товарно-накладные. Все эти документы проверялись как бы только интересующими людьми, потому что это только не в этом году было. Также следствие органов, благодаря инициативе некоторых представителей федерации. Вообще есть вопросы по финансам? Надо. Прошу проголосовать. Принимаем или не принимаем финансовый отчет. А у меня вопрос. А как вы скидываете вот про соревнования? Вы не скажете, какого элемента залезли, к счастью, в карман? Ну да, кто-то написал кляузы и так далее. Но опять же, у нас как мы сами скинули денежки и проводим. У нас не юридическое лицо, ничего. Тем не менее, была проверка проведена по факту обращения граждан с просьбой все перепроверить. Была проверка. Было несколько контактов у меня с местными органами. Это Валерий Терешко, Александр Курнев. Вот, писали письма, хотели разобраться. Были у них вопросы. Вопросы, как было решено по поводу разборки? Было проверено, что не нашли состава преступления, что там должно быть преступление. Ну, обращаясь к этому органу, по факту совершения какого-то преступления. Факт совершения какого-то преступления не был зафиксирован.
Сири, давай, где-то еще раз говорю, у нас юридическая организация, мы сами вот собрались между собой, скинулись денежки в шапку, и на эти деньги провели соревнования, и сами перед собой не отчитывались. У нас ни бюджет, ни это, ни перед государством никому ничего не должны. Поэтому мы здесь должны разбираться, а не выносить ссоры из игры, тем более на тот уровень. Кто против принятия финансового отчета? Кто воздержался? Зафиксируйте, пожалуйста. Принято единогласно. Один человек. По спортивной части наших соревнований. Как я уже начал говорить, то что 2014 год чемпионат России 186 человек, 2015 226, 2016 237, 2017 262. То есть каждый год мы видим положительную динамику увеличения количества участников наших соревнований. Количество регионов от 44 до 50 увеличилось. Больше 50 не было, но и меньше 50 не было в 15-16-17 годах. На Кубке России были такие цифры. 147 человек в Чехове, Бугульма 151 человек, 2015 год и Бугульма 2016, 174 человека. Количество регионов 37, 38, 48. Положительный динамик количество участников, то и увеличение количества регионов. Вот выступление сборной команды международных соревнований. Первым были чемпионат Европы 2014 года. Команда у нас была не совсем сильная, но тем не менее мы заняли третье место. Потом была уверенная победа на Кубке мира 2014 года, уверенная победа на чемпионате мира 2014 года. 2015 год. Чемпионат Европы у нас была полная команда, пятое место. Чемпионат мира второе место в Финляндии. Вот Кубок мира, это был в Соединенных Штатах, очень маленькая команда, да, пятое место. Чемпионат Европы 2016 года на кочевании уверенное первое место. Чемпионат мира в Германии также было первое место, но, к сожалению, у нас была одна очередная команда, положительная допинг-проба, которая аннулировала результаты, и мы скатились на пятое место. На Кубке мира в Японии наша команда заняла второе место, то есть все члены команды заняли первое место, но по дополнительным показателям мы уступили японцам. Вот. Самый главный старт четырехлетия – это Всемирные игры, которые прошли в Окленде, в Новой Зеландии. Сборная команды России уверенно победила. То есть мы достойно представляли нашу страну, наш вид спорта на международной арене. Также хотим отметить то, что в клуб 400 у нас несколько спортсменов вошло за эти года. Что я еще хочу сказать по работе федерации? У нас Лев Константинович, который возглавлял федерацию на протяжении долгого времени. И сам Лев Константинович может, наверное, сказать то, что произошли приятные изменения. Награждение у нас всегда было достойно. Могу сказать, что на чемпионатах мира и Европы оно скуднее. Вот. Национальные соревнования, которые я знаю в других странах, тоже не обладают такой наградной атрибутики. Могу сказать такую фразу, что многие спортсмены высокого уровня мастерства, не достигшие возраста старших разных групп, мечтают выступать по мосту, чтобы завоевывать такие медали и быть награждены таким знаком. Это спортсмены уровня мастеров спорта, международного класса и прочие другие, потому что основная у нас федерация, к сожалению, не может баловать спортсменов наградами. Ну там спортсмены борются за статьи, стипендии, за место сборной, за дикоросство. Мы не можем бороться за эти блага, поэтому то, что мы увозим в соревнования, это медаль, диплом и настроение, впечатление от увиденного, услышанного, от самого качества соревнования. Также в 2014 году с Красного Яра у нас соревнования стали проходить на компьютерной программе. Мы максимально быстро стараемся разместить протоколы на официальном сайте федерации. Раньше этого не было. Давайте еще дадим слово
Льву Константиновичу Никифорову. То есть его мнение о прошедших 4 лет, те, когда он был только на должности почетного президента Федерации. Олег Константинович, несколько слов.
проголосовали, приняли финансовый отчет. Сейчас мы проголосуем про спортивную работу и жизнь федерации. То есть удовлетворительная она либо неудовлетворительная. Голосуем. Сейчас удовлетворительная или нет? За удовлетворительную. Сейчас проголосуем. Что до него не доходили? Чего до него не доходили? Мы вообще к соревнованиям не озвучили. Кто выиграл? В Новой Зеландии многие люди выиграли. И Канцелярия выиграли. Если вы победили в Австралии на Кубке мира... Действительно, но мы, как вы заметили, мы никого не озвучили. У нас вообще не было такой традиции озвучить победителей международных соревнований. Можем ее ввести. Можем ее ввести. Сейчас мы голосуем за... Удовлетворительная работа федерации или неудовлетворительная? За первое слышал. Голосуем за удовлетворительную. Зафиксируй, пожалуйста. Мне проще посчитать, кто там против. Кто воздержался? Кто против? Кто против? Два воздержался. Сколько против, кто воздержался? Против 0, воздержались 2. Работу федерации признали удовлетворительной. Всего 60 участников, членов федерации. Также, продолжая тему награждения, в Новой Зеландии организаторы наградили нас дипломами. Вот. Поэтому я сейчас буду называть фамилии, если кто-то может, возьмите. Передадите, если здесь находятся участники соревнований, пожалуйста, к столу, я награждаю. Стариков Олег, как я понял, здесь нет представителей Пермского края, занял первое место. Ну, первый просто его звали. Ну, тогда и знак, вручим тогда. Так, это Стариков Олег. Он победил в полете М50 и победил. Так, Стариков Олег, это клуб 400, и вот потеряли, Лобанов Тоя, Анатолий Кыргызстан, нет, и того. Курнев Александр. Фролов Александр. Кайшев Алексей. Кайшев Алексей. Да. Фролов Александр очень хотел. Человек не дождался в собрании, но очень знак. Кстати, на повторение вручаем сейчас. Поздравляю. Очень высокую сумму он поднял в Новой Зеландии. Полосов Илья, значит, второе место. Высокий Евгений, да, у нас Курский. Чеплыгин Евгений, первое место в Новой Зеландии. Казима Дмитрий, М50, 105, третье место. Щербак Михаил, нет у нас представителей данного города. Старик Полев, это победа там уже за Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 85. Леонидов Сергеевич. Леонид Александрович. Ермаков Сергей. Ермаков Сергей, Австралиец. Лобанов Павел. Это победа. Шани Николай.
кто тебе сказать, травмированный за последние капли крови, Николай Владимирович. Брашов Геннадий. Ну, бывает, наверное. На Римск. Практически не было. Сидоров Евгений. Или сам за себя. Т-65. Бастанов Борис. Кучки Хер. Арбатский Борис. Урлев Александр, 70. Чуй Владимир, Московская область. Первое место 105. Категория. Чуй, наверное, подольство. Диденко Борис. Санкт-Петербург. Никифоров Лев, М80, 105 плюс. Первый место. Пролов Александр, как я передам. Пролов Александр, первый место в категории. Зубов Казили, на второй. Прошло. Теперь у нас наиболее острый, наиболее важный, наиболее серьезный вопрос. Его озвучит вице-президент Федерации ветеранов Железнодорожной России Владислав Михайлович Мукачев. Уважаемые коллеги, спортсмены, тренеры, как вам всем известно, в прошлом году, 2 ноября, произошла четко предвыборная конференция Всероссийской Федерации Железнодорожной России. В том числе член исполкома был вице-президент Федерации Тяжелоатлетики России Сущак Владимир. И под руководством Сущака Владимира был организован комитет Федерации Тяжелоатлетики России по работе со старшими возрастными группами. Тем самым Федерация Тяжелоатлетики России наконец-то признала, что есть люди, которые занимаются тяжелоатлетикой в старших возрастных группах, потому что предыдущее руководство, к сожалению, данной деятельности и признавать, что вы занимаетесь тем же самым видом спорта. Был создан комитет. Этот комитет был делегирован на право организации деятельности именно по развитию работы со старшими возрастными группами, спортсменами, тяжелоатлетами. То есть для что это подразумевает? Это подразумевает организации самого развития тяжелоатлетики старших возрастных групп, организация соревнования, прежде всего организация соревнований, организация и проведение соревнований. То есть с данного момента данная деятельность будет вестись именно комитетом Федерации тяжелоатлетики России. То есть Федерация тяжелоатлетики России будет заниматься старшими возрастными группами через отдельный комитет. Руководителем этого комитета является Сущак Владимир Пантелеевич. Президентом по работе со старшими возрастными группами Федерации тяжелоатлетики России. Данный комитет действует в соответствии с уставом Федерации тяжелоатлетики России. Его деятельность подчиняется отдельному положению. Данное положение сейчас находится в стадии разработки. Далее оно будет вынесено на утверждение исполкомом Федерации тяжелоатлетики России. Именно в соответствии с данным положением будет осуществляться деятельность, организация соревнований, организация жизнедеятельности спортсменов старших возрастных групп. Тем самым мы наконец выходим на тот этап развития, когда все-таки будет признана данная возрастная группа. Пока, как вы знаете, в России нет ветеранского спорта ни по одному виду спорта, но по многим видам спорта данная деятельность
как и в Федерации тяжелой атлетики, хорошо поставлена на работу. А со следующего года чемпионат России и Кубок России по возможности будет приурочен к проведению какого-либо турнира в субъектах Российской Федерации. Для чего это сделано? Потому что всероссийские турниры, именно которые будут внесены во всероссийский календарь. То есть календарь, который утвержден Минспортом. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы субъекты, в которых выделено на данные строительные средства, имели возможность командировать спортсменов на данные соревнования. Потому что включение во всероссийский календарь подразумевает включение в положение о проведении всероссийских соревнований по тяжелой атлетике. То есть я приведу пример. Турнир Минспорта включен во всероссийский календарь вот на 17 год, запланирован на май месяц, и, соответственно, включено в положение всероссийских соревнований. Положение всероссийских соревнований является вызовом на соревнования. То есть субъект, у которого, опять же, запланировано финансирование спортсменов старших возрастных групп, в некоторых субъектах такое предусмотрено, имеет право тратить деньги по данной статье. До сегодняшнего момента субъекты не имели права тратить на это. Поэтому по возможности проведения турнира запрещено с кубками из чемпионата России. Вот на следующий год, как я знаю, было предложение будет провести чемпионат. Да. В всероссийском календаре несколько турниров, по порядку 10, а потом на следующий год запланировано 11 турниров. Вот два турнира можно запланировать всероссийские соревнования среди старших возрастных групп. Да, и тем самым субъект имеет право комментировать своего спортсмена на данный соревнования не старших возрастных групп, а именно на тот турнир, который прописан в календаре. Потому что это является официальными соревнованиями по тяжелой атлетике. И под эгидой этих соревнований будет, соответственно, пройдет или Кубок, или чемпионат России. Понятно. Всем понятно? Что касается формирования соревнований, само организация соревнований, оно пока будет проходить по старой схеме, за счет стартовых взносов, за счет самих себя, потому что, как Владислав Михайлович сказал, что Министерство спорта у нас пока не признано старшей возрастной группой. 3 ноября я получил письмо с Министерства спорта России. Оно было адресовано в Армстар. Цель этого письма, вопрос был к федерации. Занимается ли ваша федерация развитием ветеранского спорта, что вы включаете в это понятие? Как проходит, если есть соревнования, сколько скажем, участников. То есть я готовлю к 24 ноября полный отчет о нашей федерации, Минспорт. Минспорт периодически занимается этим вопросом. Что-то говорить не идет, что-то манера перебивается. В общем, мне на 24 ноября нужно подготовить информацию максимальную о... Я цитирую просто о ветеранской тяжелой атлетике, о ветеранском спорте. Но мы это понятие как бы убираем, мы вносим там старшие возрастные группы, потому что у нас единые правила, единые требования, никаких у нас нет специальных правил для ветеранов. Вот. Но на что я хочу акцентировать внимание, потому что пока идет речь о возможности регионов формировать спортсменов, официальных ветеранов спортсменов на соревнования, на наши соревнования, старших возрастных групп. Работа, на самом деле, очень сложная, очень длительная. С Министерством работы Владислава Михайловича можно сказать, что по одному несложному вопросу, казалось бы, приходится по несколько кругов делать, что касается юношей, юниоров, основного состава, а что касается старших возрастных групп, намного сложнее даже. Потому что, к сожалению, опять же, считаю, что российское законодательство старшего старших возрастных группах. И это еще один шаг к тому, что должны признать старших.
ближайшее время, но это уже шаг навстречу тому, что вот это будет обнесено в законодательство. То есть у нас есть различные возрастные группы, это юноши, юниоры и так далее, но будут признаны именно старшие возрастные группы. И, возможно, будут проводить официальные соревнования именно по видам спорта. Потому что старшие возрастные группы все равно, старшая возрастная группа, опять же, как сказала Владимир Пантелеевич, это тот же самый вид спорта. Это другая возрастная категория. Вопрос к вам. Значит ли, что это понятно в перспективе, что какие-то дополнительные средства выделяются на уровне? У вас есть региональная федерация? Да. Вот у них, конечно, группа, как на пару миллионов федераций. Все это все федерации. Не будет интересован федерация. Будет анализ этой информации, будет какое-то решение. Слава Богу, что какое-то пошло движение. Будет быстро, оно элементарно, это уже покажет практика. Но тем не менее, это положительная динамика. Вот. Но могу сказать, что давайте пока не забыли, Слава Михайловна озвучила. То есть нужно проголосовать. Мы голосуем за этот комитет, как утверждаем нашу федерацию. Либо противиться. Кто за? Хорошо. Вы комментируете полностью. Вы сейчас голосуете за то, что именно комитет общей федерации, головной федерации велоатлетики, будет заниматься старшими возрастными группами, в том числе организацией проведения соревнований. Этим будет заниматься именно комитет Федерации велоатлетики России. Кто против? Кто воздержался? Никто. Еще раз. Кто воздержался, кто против? Вопросы есть. Не значит ли, что сейчас мы, войдя в этот подкомитет, федерацию основной, не значит ли это, что будет продолжаться такая же политика, как, допустим, продолжалась до сегодняшнего момента, там, о дисквалификации, то есть ваш визит будет решать вопрос о наказании, о дисквалификации, там еще. На мой взгляд, Федерация тяжелой атлетики тоже является комитетом. Комитет. Федерация Европейской.
Олимпийских форуса может наказывать любого спортсмена, тот, который заслужил. Так и здесь. По поводу дисквалификации или дисциплинарного взыскания, комитет действует в соответствии с уставом общей федерации, потому что он является комитетом общей федерации, и действует на основании своего положения. То, что будет прописано в положении по поводу дисциплинарных вопросов, естественно, на уровень Всероссийской Федерации не будет выноситься, потому что по некоторым вопросам, которые прописаны именно в положении, комитет имеет право решать на своем уровне. И не вынося это на исполком. Но те вопросы, естественно, которые не будут отражены в положении, будут выноситься на исполком основной федерации. Вопрос у нас президиум сейчас предлагает возглавить комиссию, дисциплинарную комиссию общиннику Тимуру. Вот этот человек нас как бы зарекомендовал себя как инициативный человек, знающий иностранный язык, оказывающий помощь во многих вопросах. И президиум предложили его кандидатуру, чтобы создать комиссию, дисциплинарную комиссию, которая будет разбирать случаи нарушения подачи заявок на международные соревнования, проблемы с допингом, проблемы с дисциплиной на соревнованиях, на общих собраниях, нарушения общественного порядка, и будет разбирать дисциплинарную комиссию. Возглавлять ее будет Овчинников Тимур. А сколько ему лет? Лет ему сколько? Представьте, пожалуйста, Егор Викторович, выйди, пожалуйста, и немножко о себе. Добрый вечер. Овчинников Тимур Викторович, мне 36 лет. Тяжело ответить. Я не с детства, по образованию врач. Тяжело ответить. Люди не дадут забрать всем сердцем люблю. И, соответственно, скажем так, на общественное начало, собственно, инициативе, вливаюсь в это движение. Так как наша федерация интегрируется в состав основной федерации, необходимо регулировать массу вопросов с легитимным, правильным. То есть дисциплинарная комиссия должна быть у нас. А вопросы, которые она должна решить, есть ли они насущные. Вот у меня сейчас ожидают, наверное, будем решать. А каким языком вы владеете? Ну нет, возражений. А? Голосовать надо. Языком. Каким языком владеете? Они должны, члены федерации, они должны хотя бы...
просто я... Если выбирается человек, который будет... Секретарь Солнца. Я попросил, Петрович. Они, к сожалению, нет, я еще не говорил про этот вопрос. Вопрос, в первую очередь, надо уважать наше положение, которое утверждено нашей федерацией, которое там прописано. То, что кто имеет право подавать заявку на международные соревнования. Прописано и утверждено нашей федерацией. Нарушение это положение. Не уважение к другому человеку, а уважение закона, уважение положения, уважение к этим вещам. Не только к уважению, а только к подчинению к этим вещам. Вот. А при нарушении этих моментов, конечно, будет дисциплинарное наказание согласно положению, что какие там санкции против нарушителя уже будет комиссия решать. К вам есть сомнения? Я хочу сказать, что все помнят ситуацию. Нет, не надо, вы можете там прыгать. Вот эти дисциплинарные заседания и прочее, прочее, прочее. Ситуация очень простая. Я тоже хочу вас уважать. Так уважайте вы, когда мы подаем вам заявку, что мы претендуем поехать на деньги с Ираманом. А вы говорите, заплатите мне денежку, чтобы я вас подписал заявку. Тогда вы поедете, а не заплатите, сидите дома. Это называется вымогательство. Даже от вас. Вот поэтому обращаюсь к тем делам. Прекратите этот побор, необоснованный. Если вы, как говорите, вы оказываете услугу, то эту услугу откажите, пожалуйста. Пример, как кому тьма. А то, хотите, чтобы вас как все уважали, а вы как раз спортсмены, хотя мы вообще не организация. Кого спортсмены? Кто спортсмен? Давай, говори фамилию. Кто? Кого? Тебя еще? Меня, например. Да. И не меня одного, это не остальные. Ну, два человека. Да хоть пять. Остальные, кто сначала взнос, а потом их записывают. А взнос за что? На участие в соревновании. Это неправда. Взнос участие мы выставили в устраивающей стране. А вот ему взнос, на то, чтобы я поехал. Так я могу поехать. Вы не будете каких-то спресс. Давайте дальше. Лев Владимирович, вы прекрасно знаете. Ты ваше время тоже было. Только было бы немножко по-другому. Саша, давайте с федерацией. Нет, ты сам по себе. И все. И не считайся с этим, Саша. Все а зачем тебе? А мне нравится. Давайте блокадим. Согласно положению Международной Федерации, Александр Курник имел возможность в Олимпийском комитете еще раз услышать это от президента Федерации Тяжелоатлетики России, указать пункт подачи заявки на международные соревнования. Подача заявки на международные соревнования приходит из одного источника, дословный перевод. Этим источником правообладателя Федерации Тяжелоатлетики является президент Федерации. Только он единственный источник, который может подать заявку на международные соревнования. Это подача других источников, это нарушение международного требования. У нас было положение, что все заявки на международные соревнования подаются через федерацию. Ставится печать федерации, согласовывается. Владимир Петрович, вопрос можно? Почему тогда принимающая сторона принимает заявки вот от этих товарищей, которые, так сказать, своими путями... Надо добиться того, что только принимает он представитель федерации. Хороший вопрос, я расскажу. У нас есть чемпионат Европы, у нас есть чемпионат мира. Это основные наши соревнования, которые проводит IBF Masters. Генеральный секретарь Денис Уферман принимает заявки. Но также в нашем календаре, в российском календаре есть соревнования как Кубок мира, есть соревнования как Всемирные игры. Заявки на Всемирные игры принимают организаторы. World Master Game. Организаторы. И IBF может давать рекомендательный характер. Вы попробовали подавать заявки на чемпионат Европы на Хичевань. Вы попробовали в Германии подавать заявки. Вы были от футбольной международной федерации. Вот, понятно, что такие соревнования, как чемпионат мира и чемпионат Европы, ни от кого заявки приниматься не будет. А соревнования, которые Кубок мира, Европейские игры,
Всемирные игры, где организатор, основной организатор не IVF Masters, там организаторы могут на свое усмотрение принимать. Но происходит нарушение нашего положения, где на все международные соревнования перечисленные, чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок мира, Всемирные игры, Европейские игры подаются через федерацию, у нас внутренние локальные армии. Произошло совсем недавно, в Австралии проходил Кубок мира, вот, был случай у нас нарушения подачи заявки на международные соревнования, автор этого нарушения только что выходил, пытался опять все искривить, оболгать, кого-то там запугать, может быть. Вот. Но, тем не менее, из его уст недостоверная информация звучала. Нарушение было явное, видите, будет заниматься дисциплинарная комиссия, но у нас сейчас более важный вопрос федерации. Частые вопросы мы оставим потом.